Я начала заниматься хоккеем 8 лет. Меня отвела бабушка на хоккей, так получилось. Изначально планировалось брата отвезти, но я как бы вязалась с ними, и тренер был не против. Потом меня уже в профессиональную школу хоккейную отдали к мальчикам заниматься. И до 18 лет я играла за пацанов, за дюш, и потом уже в женской хоккейной команде. Лучше, мне кажется, играть с пацанами, потому что они тебя и защищают. Если, к примеру, в игре на тебя кто-то из соперников гнать начнет, либо силовыми приемами бороться, что-то бить, сразу помогают, накидываются, защищают, как свою. Андрей тоже хоккеист. Мы познакомились на сборах, когда он был с юниорской сборной России, а я с женской. Это было 7 лет назад. Мы любим поговорить о хоккее, вообще его игры разбираем, мои в особенности. Он мне много подсказывает, успокаивает где-то после игр. Он мне обычно поддается и чему-то учит. Все-таки он лучше хоккеист, чем я, и всегда, ну, мужской хоккей, он сильнее, чем женский. Классно тренироваться сильными и тянуться за сильными, поэтому он мне помогает. Неважно, ну, какой ты вид спорта выбрала, это твое решение. Если, ну, как бы мне это нравится, то я буду этим заниматься. И также, мне кажется, для всех детей, если родители выбирают вид спорта, если ребенок хочет, там, девочка, мужской вид спорта, ничего страшного, надо попробовать. Вдруг получится, потому что не всем девочкам в балет надо приходить, в танцы.